В драмтеатре «Премьера» с 9 по 11 марта димитровградцы могут посмотреть комедию «Дом, где все кувырком» по пьесе испанского драматурга Альваро Портеса. Это веселая история с запутанными интригами и любовными приключениями. В течение полутора часов распутывает клубок замысловатого сплетенных отношений между хозяевами, служанкой и ее возлюбленным. Интригу закручивает соседка-писательница. Яркие характеры, искрометный юмор, неожиданные ситуации, испанский темперамент и обаятельные герои – все это в «Доме, где все кувырком».